На красноярских заправках издевательски подешевел бензин. Сегодня цена на топливо упала на 21 копейку. Литр 92-го на заправках «Газпромнефть» теперь стоит 44 рубля 15 копеек. 95-й подешевел всего на 10 копеек и теперь продается за 47,25. На заправках других компаний ценники не менялись, так что снижение от федеральной сети выглядит как очередная попытка выжить местных конкурентов КНП и 25 часов. Ну, либо как предвыборная акция, чтобы задобрить электорат. Тем более, по данным статистиков, бензин подешевел разом в 68 регионах России. Как бы то ни было, ждать, что цены будут падать и дальше, едва ли стоит.